твой шанс, твоя судьба. Твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покорить сейчас и навсегда. «Русский Паваротти» — именно так называют этого артиста. И вы сейчас в этом убедитесь, что это именно так. Заслуженный артист России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель звания «Почетный гражданин России», обладатель звания «Достояние России» и многих-многих-многих-многих других званий. Он об этом наверняка сам скажет. Встречайте, для вас поет Александр Савин. Спасибо, Сережа, спасибо. Ну, обычно ведущие еще всегда выходят и говорят: дорогие друзья, сегодня у нас мэтр отечественной эстрады, единственный артист, который является дважды победителем программы «Угадай мелодию». А после того, как он снялся два раза в программе «Давай поженимся», дорогие девчонки, я теперь самый завидный жених российского шоу-бизнеса. Ура! Вот. Но обычно еще меня, знаете, узнают, говорят: о, бандит идет. Ну, вот недавно вот мы были на гастроли в Таиланде. Я иду, такой у меня цепь, там перстни, часы, там, такой атрибут артиста. А сзади такой голос: о, бандит идет. Я так оглядываюсь, говорю: девочки, вообще, я говорю, вообще не бандит, я вообще-то артист. Да знаем мы, что вы бандит. Ой, артист. Но вы всегда, говорит, бандитов в телесериалах играете. Друзья мои, бандитов я сыграл в телесериалах только два раза. Это в «Менте в законе» и в «Следаках». В остальных телесериалах я играю, слава богу, приличных, порядочных людей. Вот, девочки, сейчас прозвучит, я всегда говорю, что мне приятно, что все понимают на вьетнамском наречии. Карело-монгольско-ургутско-чукотская песня сейчас прозвучит специально для вас в моем исполнении. Поэтому вы зря смеетесь. Объявляется «Белый танец». Белые приглашают черных, черные приглашают в красном. Кстати, нормально. Вот, пошла девушка приглашать кого-то. Вы меня? Я сегодня работаю продюсером. Sigh.
мужчина, как напиличек феновья. Более культурная мимика, сын Альканто. Мужчина, как напиличек Тебе